Я сказала, купи все для нормальной кожи, а там вообще не почитала, написано для жирной. У меня до сих пор лицо это, как знаешь, вот когда лоб наверх поднимаешь, как будто сожжено, поняла? Вообще ужас. Ну, правильно нанесла. А как? Нет, Наташа мне потом сказала, что его надо разбавлять, оказывается, еще.